Сегодня у нас в гостях мой папа. Я беру у него интервью. Ну, он не у нас в гостях, он у нас живет, но просто интервью с отцом. Я некоторые вопросы задам ему, потому что были вопросы по некоторым видео. Я хочу, чтобы он ответил про Украину. Он родился в селе Туманска-Гута в 1937 году. И, ну, расскажи, у семьи ты говорил, что семья колхозника, да? Да. И сколько у тебя было братьев и сестер? Брат, один брат Василь и сестра Галя. Они старше меня. Сестра Галя из 28-го года, а брат Василь из 31-го. Это мои родные. А вот ты 37-го года, да? Да. Да. Ну, хорошо. Тогда, когда ты потом переехал в Киев жить, уже потом, да? Когда ты был уже... Когда мне было 17 год, я из села выехал в Киев. Работал, пошел у Хизрова. Работал на мясокомбинате в Киеве. И вот так уже больше не жил в Туманской Гуте, уже все время в Киеве жил, да? Да. Ага. А потом у Киеве... У тебя были, наверное, разные работы, но ты самый долго работал на водителем, да? Да. Выучился на шофера, работал шофером у Киеве долгое время. Возил в город Киев молоко из сел собрал и возил. У тебя, получается, был первый брак, потом второй брак с мамой, и потом в Молдавию, когда с мамой вы поженились, потом, после того, как я родилась, вы в Молдавию переехали, да? Да. А в каком году вы переехали в Молдавию, не помнишь? Не помню. Ага. И тогда потом мы уже переехали в Молдавию ты еще работал, у тебя были работы сторожем, да? На машине работал, а потом, когда пошел на пенсию, работал сторожем. Да. Охранял на том же, в том же Бельцах. Город Бельцы. Мы жили в Молдавии. Да, в Молдавии, наверное, прожили 7 лет, да? Да. И, как я помню, перед тем, как мы переехали в Америку, с Украины, с Киева переехали в Бельцы, и там прожили 7 лет, а потом уже переехали в Америку жить. И это был 1998 год, и когда уже переехали в Америку, тогда уже ты не работал после переезда в Америку, да? Нет. В Америке я ни одного дня не работал. Да. И живу уже 20 лет или сколько? Да, уже, наверное, будет 21 год. Если 98, значит, будет 22. Значит, мы переехали 98-го, получается, 21 год в Америке живем. И... Привыкать было очень... Пока привык, ну,
тяжело в Америке, потому что нет родства, и соседи живешь в одном, и не знаешь, кто там живет в Америке. Не сообщаются друг с другом. Да, мало общения. Ну, и ты еще английский язык не знаешь, да? Не знаю. Да. Потому что я закончил 7 классов и неграмотный. Ну, тяжело учить английский язык в таком возрасте. Да. Тебе же было уже сколько, когда ты переехал в Америку? Сейчас тебе 82, а 20 лет назад тебе было 60, где-то 60 лет, да? Да. И в 60 лет уже тяжело учить второй язык. Да. Надо язык учить, когда ты молодой. Когда молодой, так намного легче. И что еще тебе в Америке не нравится или нравится? Все в Америке нравится, особенно где я сейчас живу, у дочки Оли и Сергей. Да. Фамилия ихня? Синеев. Синеевы. Хорошо. Живем вместе, очень хорошо обходится стариком, и мне нравится в Америке жить, потому что я свободный, могу теперь изучать Святое Слово Божие. Да, да, но... Сейчас нету таких гонений на христиан, как раньше были гонения да. на христиан. И люди приезжали по беженству в Америку, потому что беженцы были по линии, беженцы по религии были, иммигранты очень многие в те годы, в 90-е годы, и раньше, конечно. Сейчас уже... Ну, наверное, дают что-то статус беженца, но я не знаю, как это люди получают. Я так понимаю, что и в Украине можно читать Библию, и в Америке можно читать Библию, никто не препятствует. И что еще? Что еще, как расскажешь? Препятствует. Потому что когда я попал в больницу из Библии, мне запретили читать да. Библию. Так что в Америке тоже. По Украине скучаю, но там сейчас идет в Украине война. И уже... Ну, ты, не хочешь обратно в Украину посмотреть? Нет. Где твое место, где ты родился? Ну, уже потому что ты уже, наверное, привык здесь, в Америке, и уже никуда... Да, потому никуда... что возраст уже не позволяет. Да. И я болею. Ну, да, уже тяжело. Ну, уже потом, для возраста, для вот таких людей, как ты приехал в 60 лет в Америку, и намного тяжелее привыкать, да, чем для молодых. Ну да. Потому что ты привык уже в другой стране, там свой язык, а здесь все другое. По-английски не понимаешь. И тяжело, да? Тяжело. Ну, в настоящее время мне легко, потому что я живу с Господом, Спасителем Иисусом Христом, который вместо радости претерпел крест за мои грехи и беззакония, за грехи всего человечества. И Господь хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину,
истинно делать их свободными. Но люди тяжело принимают Иисуса Христа живого. И некоторые надо это верить, что Христос живой Бог, и Он хочет, чтобы все люди спаслись, познали живого Бога. Он не хочет смерти грешника. Что? Ну, может, что вспомнишь, если вспомнишь что-то. Например, сколько тяжело было даже купить продукты, потому что не было денег. Не было денег, не было зарплата была невелика, а все дорогое. Да. И ну, конечно, ты теперь, ну, конечно, хорошо, что в Америке, что можно уже купить продукты любые, потому что ты не жалеешь, что в Америку переехал? Нет, я не жалею, что переехал в Америку. Тут для меня рай. Особенно живу у дочки, и все есть. Да, стараемся. Стараемся, папа, чтобы тебе было все хорошо, чтобы ты был счастлив и чтобы тебе было комфортно. У папы своя комната есть. Тут да. Он у него свой стол, своя кровать, и он сам тут наводит порядки, как хочет. Стол, тумбочка, картины в комнате. Я повесила вот эти картины, три. Это я их, кстати, нашла в Goodwill Outlet. Они мне очень понравились. И каждое, это видно, что, наверное, этими маслями, я не сильно разбираюсь, но красками, маслом нарисованные. Красиво. Это, наверное, разные художники, потому что я находила их в разное время. Такие картины у папы висят в комнате. Такая комната небольшая. Но зато тепло и да. Уютно. Да, папе очень нравится тепло, уютно. Да. Спасибо, что ты ответил на некоторые вопросы, и спасибо, что ты поговорил с моими подписчиками. Некоторые, конечно, интересовались и задавали вопросы. Но еще раньше задавали, но я просто не успела видео снимать. Ну ладно, пока. Скажи всем пока. До свидания. До свидания. Кутю-к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